Второй ушел. Давайте на Шабану. Утечка где? Третий. Может быть вот так вот как-то нужно? А просто клапан обратно надо делать. Да. Не, а там нет, там давление, он спихивает и толкает его, да? Поднимает. Такое ощущение, что вот она вот вода, да, она туда попала, потому что он падает ебически быстро. Просто хуй знает, конденсатор почему-то не разряжается. Вот да. Стоп, Дмитрий, стоп. Просто ну, конденсатор да. Нихуячий. Да, вот, да, да, все, падает. Хватит, все. Я включаю. Да? О, бля. О, бля. Без, бля. Чувавчичи, чувавчичи. Как там? До 100 раз не досчитаете, будет все готово. Раз, чувавчичи. Ебать, и чё, что ли? А сколько у нас здесь этого, блядь, лития? Ну, то тот же самое, но ну, сейчас. Ну, сейчас мы похуячим и тогда добавим. Ну, он уже после дистиллированной воды заметно уже ниже 2 кВт, как бы стабильно держится.